если вы купили что-то в стране, куда вы приехали в качестве туриста, то вы можете получить скидку tax-free на те товары, которые вы купили, кроме продуктов питания. Для этого нужно зайти в тот магазин, где вы купили эти товары, выписать один большой чек на абсолютно все товары. Вот такой вот вам дадут длинный, где сложат общую сумму, которую вы потратили, и скажут, сколько вы получите. Вот общую сумму, допустим, я потратила 61 фунт, из них 10-30 я могу получить. Но за обработку всего вот этого чека с меня возьмут 6 фунтов, и поэтому получу я всего 4 фунта за сумму, которую я потратила. 4 фунта тоже деньги. На эти деньги я могу съездить туда и обратно куда-то в Лондоне. Ну вот, так вот. И значит, вот этот чек надо заполнить, написать там фамилию, имя, паспортные данные, когда приехал в страну, когда уезжаешь, и написать, я хочу получить кэшем или на вот карточку. И тогда надо заполнить форму, написать номер карты и кем и когда выдана эта карта. Подписать, поставить дату и все это сложить в конвертик, который вам тоже дадут в магазине, и принести в аэропорт. В аэропорту я расскажу дальше, как действовать. Ну вот, я в duty free. Осталось найти еще tax free, чтобы оформить мне. В duty free я уже не пойду, тут Шанель есть. И все остальные. Пока не пойду. Сначала дело надо сделать, потом уже дальше. Tax-free. После security идет в бокс в Лютоне. В других сервисах это... Ой, в других аэропортах это сервисы. Ну, теперь можно и по duty-free пройти. И какие-то сувенирчики есть. Гарри Поттер, 7-8 лет. Футболки всякие, 20 фунтов. 20 фунтов с Лондоном. Чаи, конфетки. По 6, по 7 фунтов. Киткаман, Карион. Кружки по 7, по 6 фунтов. А я тут увидела бутылочку одну, мне понравилась вот эта вот. Это как и термос, так и для воды холодной. Интересно, сколько она стоит. Вот это Гиннес 15 стоит. Не знаю, брать не брать, но мы очень расцветка красивая. Купила в Duty Free все-таки такую бутылочку. Очень красивая, она была единственная. Давно такую хотела. И для горячей, и для холодной воды. И стоит 13 фунтов. Ну, один раз можно себе позволить. Да все равно, что мне один раз с собаками погулять. И маме купила шоколадку, так как она любит такие вот Джек Дэниелс. Черно-белые буковки. Она будет довольна. Ну вот пока все, пошла самолет грузиться.